Спорт истинных королей. В манеже Ивановской конно-спортивной школы наездницы в забавных нарядах и свадебных платьях. Так ярким костюмированным шоу зрителей уже четвертый год подряд встречают на показательных выступлениях. На благородную выездку и резвый галоп пришли посмотреть больше сотни человек. Наши воспитанники детской юношеской спортивной школы как раз и продемонстрировали показательное выступление именно в костюмах, которые это была маленькая репетиция перед новогодними соревнованиями, которые будут показательными именно для детей дошкольного возраста и начальных школ. В спортивной школе учащиеся занимаются бесплатно. Ребят учат верховой езде, правильно ухаживать за лошадьми. Во время выступления по команде скакуны быстро перестраиваются с галопа на рысь. Посмотреть на юных наездников приехал мэр города Владимир Шарыпов. Увиденным остался доволен. Любой спортивный праздник, когда проходит, это всегда красиво. Тем более конный спорт – это, как говорится, королевский вид спорта. И действительно очень интересно наблюдать за сейчас спортсменами, которые нам показывают свою презентационную программу, показывают все свое мастерство. Конечно, интересно. Городоначальника провели в самое сердце спортивной школы. Рассказали о достижениях и о проблемах. Манеж не отапливается, в морозы приходится отменять занятия. Отметил мэр, и недостаточное количество лошадей. Их здесь всего 26. Тем не менее, за последние годы сделано немало. Куплен новый трактор для выравнивания грунта, отремонтированы раздевалки и душевые. Заниматься стало гораздо комфортнее. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.